Ты знаешь, я хочу быть с тобой каждый день. Всегда. Я тоже этого очень хочу. Ну, ты же отлично все понимаешь, да? Я понимаю. А ты понимаешь, что я хочу готовить тебе завтрак? О. Понимаешь? К сожалению, я не могу просто взять и уйти из семьи. И дело не в том, что я не хочу быть с тобой. А если бы можно было, я бы избавился от Вики, не задумываясь. Я не понимаю, что тебя держит. Ты же ее не любишь? Ты мне сам говорил. А дети — это у этой проблемы тысячи решений. Не ты первый, не ты последний. Дети, конечно, да. Но вот только при разводе Вика имеет право на половину состояния. А я его своим горбом заработал. Я ни с кем делиться не собираюсь. Но ты же настоящий мужчина. Придумай что-нибудь, а? Только думай, пожалуйста, быстрее, слышишь? Я не хочу больше терпеть. Иначе ты меня можешь потерять. Ты меня слышишь? Эй, любимый! Вернись к своему деду Мазаю. А ты что здесь делаешь? Я кошелек забыла. Уволена. За что? За рассеянность. Пошла. Пошла. Вика. Ой, Лида. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы что тут делаете? Я хотела поговорить с вами. Да, я слушаю. Вчера вечером Кирилл Валентинович уволил меня, сказал за рассеянность. Боже мой, Лида, ну... Вы, главное, не переживайте. Кирилл такой вспыльчивый, но он быстро отходит. Успокоится, вернет вас назад, вот увидите. А хотите, я поговорю с ним и... Нет-нет, от этого будет еще хуже. Дело, в общем, не в моей рассеянности, а в том, что я кое-что видела, точнее, слышала. Даже не знаю, как сказать вам об этом. Ну, говорите, как есть, не тяните, а то мне еще обед готовить. В общем, вчера в офисе у Кирилла Валентиновича была его любовница. Я случайно вернулась в приемную, они шептались, и речь шла о том, чтобы избавиться от вас. Подождите, минуточку, ничего не понимаю, чушь. Какая любовница, Лида? Я ее не видела, только слышала, и она настаивала на том, чтобы... Кирилл Валентинович развелся с вами. Еще она сказала, что Хватит. Вы... Я не хочу ничего слушать. Зачем вы мне все это рассказываете? Ну, я хотела помочь вам. А может быть, отомстить? За увольнение. Зачем вы так? Я же от чистого сердца. Я прошу вас, не приходите больше. Вика! Лида, я прошу вас, уйдите. Извините. Мне нужно с тобой серьезно поговорить. Что случилось? Что-то произошло? Лида приходила. Она сказала... Сказала, что у тебя есть любовница. Это правда? Чушь. Я ее уволил за прогулы. Вот она грязь у меня и поливает. Ты знаешь, я так и подумала, что она врет. И прогнала ее. Умница, правильно сделала. Мужу надо доверять, мужа надо слушаться. И тогда у нас будет счастливая семья. Ну, конечно же, я тебе доверяю. Просто испугалась очень. Ты что-то хотела сказать мне? Да. Послушай, Вика. Дело
очень серьезная, поэтому прошу тебя выслушать меня спокойно. Угу. Нам нужно развестись. Слушай меня, пожалуйста, до конца. Ты знаешь, что Баравичев хочет отнять у меня комбинат, да? А я не хочу ему его отдавать. Самый эффективный способ воздействовать на человека в такой ситуации – это через его семью, и он будет воздействовать через вас. Моя служба безопасности сообщила, что он нанял уголовников, чтобы похитить тебя и детей. Он знает, что ради вас я готов отдать все. Но на этом не остановится. Он не оставит вас в живых, а потом убьет и меня. А развод здесь при чем? Если мы разведемся, он подумает, что мы с тобой друг другу посторонние люди. И шантажировать меня тобой будет бессмысленно. У бабушки вас детьми никто не найдет, а это вас обезопасит и даст мне какое-то время для того, чтобы найти способ разделаться с ним. Я все понимаю, но я твоя жена, я должна быть рядом. И потом, я не хочу разводиться даже фиктивно. А ты о детях подумала? Ну хорошо, дети поедут к бабушке, я останусь здесь, я никуда не поеду. И, пожалуйста, не надо мне ничего говорить об этом. Мне страшно, когда ты об этом говоришь. Ну ладно. Может быть, ты и права. Хватит с нас негативных эмоций. А давай завтра устроим домашний праздник. Ты приготовишь что-нибудь вкусненького. Выпьем вина, я постараюсь вернуться с работы пораньше. Хорошо, я пройдусь по магазинам, куплю все, что нужно. Нет, по городу не шастай. Купи все в местном супермаркете. А я постараюсь вернуться с работы пораньше. Умница. Еще 10. Компактно давай. Ага. Давайте пошустрее. Давай, принимай. Здравствуйте. Первый прибыл, принимайте. Да. Здравствуйте, Кирилл Валентинович. Понял, я понял. Аккуратно. Вы что, отпустите? Отпустите! 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 Лёва, что это? Эй, что происходит? Стоять! Вам помощь нужна? Ну и как она? Не пострадала, это хорошо. С кем разговаривал? Да так, производственная необходимость. Давай к делу. Смотри, вот кого надо брать. Голландские. Убойный выход до 60%. Это то, что нам нужно для нашего нового комплекса. Кать, заходи давай. Ваш кофе. Спасибо. Эй, ты чего засмотрелся на мою секретаршу? Ой, ладно, больно надо. Я хотел спросить еще с утра, куда Лидка делась? Ну, я не знаю, она уволилась. Я не вникал, какие-то семейные проблемы. Да, кстати, Семен, я хотел с тобой поговорить. Да? Мне не очень понравился наш разговор на пикнике. У меня всегда были женщины, ты это отлично знаешь. Но моя жена для меня – это святое. И я сам в состоянии позаботиться о ней и защитить ее. Поэтому у меня к тебе большая просьба. Больше никогда
не лезь в мою личную жизнь. Договорились? Идет. Ну, ты тоже не зарывайся. Договорились. Ну, тогда давай собирайся в командировку в Голландию. Сколько мы можем покупать уже втридорога? Да скотину поставщиков. Удачи, брат. Давай. Давай. Удачи. Да, Вика. Вика! Да. Как ты? Они тебя били? Ты номер запомнила? Нет, я очень испугалась. Дети где? С няней в детской. Они ничего не видели. Хорошо, что ты их не взяла с собой. Это точно люди Боровичева. Теперь ты понимаешь, насколько все серьезно. Ты понимаешь, что он теперь ни перед чем не остановится. Детей сиротами хочешь оставить? Может, милиция? И что обратиться? Мы им скажем? Здравствуйте, найдите, пожалуйста, того, не знаем кого. А что же делать? К сожалению, выход только один. Тот, о котором я тебе уже говорил. А если нас не разведут? С чего бы? У тебя же нет ко мне ни материальных претензий, ни претензий по элементам, ты помнишь? Ну, конечно, мы же договаривались. Но потом, когда все это закончится, что с нами будет? Опять поженимся. Кирилл Валентинович? Ну как? Все готово. Вот ваше свидетельство. Проверьте. Угу. От сегодняшнего дня, как вы просили. Угу. Все в порядке? Кладите в папку. Спасибо. Ну вот. Наше свидетельство о разводе. Ты заплатил ей? Послушай. Я знаю, что я делаю. Слушай меня очень внимательно и соблюдай все мои указания, если хочешь, чтобы мы выжили. Поняла? Хорошо, я постараюсь. Во-первых, не обсуждай ни с кем наш развод, ни с кем, ни с бабушкой, ни даже с Семеном, поняла? А разве он не в курсе? Он же твой друг. Он мой друг. Мой друг. Пока все хорошо, но я не знаю, как он может повести себя в критической ситуации, понимаешь? Как все страшно-то. Все будет хорошо. Только помни, главное – это соблюдать конспирацию. Угу. Мне звонить только в самых крайних случаях. Мобильным телефоном? Мобильным телефоном не пользуйся, потому что вычислят. Угу. Ты все запомнила? Да. Точно? Постараюсь. Только скажи, что любишь. Обними меня. Я люблю тебя. Все будет хорошо. Уважаемые пассажиры, скорый поезд номер 34, Москва-Новороссийск, отправляется... Андрюш, давай быстрее, мам волнуется. ...платформы через 5 минут. Все, успели. Просим пассажиров занять свои места, а провожающих выйти из вагона. Повторяю, скорый поезд номер 34, Москва-Новороссийск, отправляется с 4 пути 3 платформы через 5 минут. Просим пассажиров занять свои места, а провожающих выйти из вагона. Желаем вам счастливого пути. Господи, детишек привезла!
Майя! Бабушка! Это кто ж к нам приехал? Ой, Ирен, здравствуйте! Пропажа московская! Совсем бабушку забыла? А уж она так уже ждала! Звоните! Они устали с дороги! Красотуленьки вы мои! Я не хочу спать. Я тоже. Еще рано. Просто лето. Темнеет поздно. А уже 9 часов. А я папу буду ждать. Папа занят на работе и сегодня не приедет. Давай, ложись, ложись. А когда приедет? Скоро. Я соскучился. Я тоже соскучилась. Давай, глазки закрывай. Спокойной ночи. А то, что вы развелись, меня это не удивляет. Я с самого начала тебе говорила. Выучись, выучись, потом выходи замуж. А теперь что? Ни профессии, ни семьи. Ой, как жить-то будешь? Этот Кирилл твой, мне он с самого начала не понравился. Паразит. Изменял тебе, да? Нет, он хороший. Любит меня и детей. Ой. Но ты же его еще и защищаешь. А чего ж тогда бросил? Если б любил, не бросил. Детей без отца оставил. А соседи будут теперь косточки перемывать о вашем разводе. Ведь его же не скроешь. Не нужно скрывать. А с Кириллом мы сами во всем разберемся. Как это не скрывать? Как это не скрывать? Ты что-то темнишь, девка? Нет, нет, бабуля, я тебе все сказала. Ладно, пойду прогуляюсь к морю. Ну, поди, поди. Наш воздух целебный. Угу. Любые раны лечат, особенно душевные. Ой. Это все? Обещали больше привезти? Так пограничники, черт бы их побрал. Катер остановили, товар забрали. Грабят по-наглому, озверели совсем. Деньги давал? Они и деньги берут, и товар изымают. Ну, знают, что у нас контрафакт, никуда не заявим. Если так и дальше дела пойдут, совсем в трубу вылетят. Может, вы поговорите с Кириллом? Так, мол, и так, доходы падают. Мы не можем платить, сколько они говорят. Даже соваться не буду. Кирилл, как речь заходит о деньгах, совсем сатанеет, шайтан. Я не хочу, чтобы мне опять дом подожгли. Азамат Закирович, я вчера в городе жену Кирилла Вику видел. Наверное, отдыхать приехала. Может быть, через нее попробуем наши проблемы решить? О, берите, берите арбузики хорошие, да? Белые. Да. Лучше поменьше. Вот этот возьмите, посмотрите, какой хороший. Вика? Юлька! Привет! 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 Юлька! Ну, гляди, подруга, теперь это мое кафе. Здорово. Дима, принеси нам кофе с ликером и шоколад. Хорошо. Вот, мы с Данилой его еще пару лет назад выкупили. И Федор Алексеевич немного вложился. А Данила яхт-клуб держит. Надо же. Присаживайся. Спасибо. Так вы поженились? Да куда нам торопиться? Штамп в паспорте семью не склеит. Но главное, живем душа в душу. А ты в Москве, небось, сокровища купаешься? Все мои сокровища. Вот они. Мои дети. Петя и Оленька. Приходи, познакомишься. Мы вместе приехали. Ну, а вы?
Детьми не обзавелись? Рано. Для себя пожить хочется. Надолго к нам? Я не знаю. На пару месяцев, может, больше. Так тебя что, муж кинул? Вот холера. Все мужики одинаковые. Развелись? Да. Юль, корми меня по-быстрому, а то к 2 часам клиент за своим корытом приедет. Данил, привет. Вика, вот террас. Да, развелась и вернулась в родные края. Да ладно. Получается, ты опять свободная женщина? Ну, не свободная, а с 2 детьми. А дети – серьезный довесок. Обуть, одеть, прокормить. Прорва денег уходит. Да уж. Так поможем. Мне как раз секретарша нужна. Пойдешь ко мне работать? Зарплаты не обижу. У меня клуб крутой. Да спасибо, Данил. Я как-нибудь сама устроюсь. Ну ладно, побегу я, а то мне дети заждались. А как же кофе? Как-нибудь в другой раз. Счастливо. Пока. Она ничего так. Губу не раскатывай, добродетель. Хорош. Жрать лучше давай. Почему так долго? Вон кофе уже остыл, унеси. Дим, супчик сделай. Хорошо. Шагай, пойдемте. Жди здесь. Это моя жена, Фарида. Она пропала много лет тому назад. Но я каждый день жду, что она вернется. Прошу, проходите. Я рад вас видеть в своем доме, Виктория. Рады? Тогда зачем нужно было меня похищать? Могли бы просто пригласить? Это все мои оболтусы неправильно все сделали. Простите их. Прошу, присядьте. Из уважения к моим сединам. Что вам нужно от меня? Моя жена Фариде была красивая и умная женщина. Я всегда слушал ее совета. Кирилл тебя любит. И я уверен, что послушает. Поговори с ним. Пусть снизит дань. Это и в его интересах. Иначе захереем. Я не понимаю, о чем вы. Вы можете поговорить с ним напрямую. Я вообще в его дела не вмешиваюсь. Я когда-то попробовал, но для меня это плохо закончилось. На что вы намекаете? Большие деньги, деточка, чистыми руками не делаются. А у твоего мужа они по локоть грязные. Да как вы смеете обвинять Кирилла? Я не собака, чтобы брехать. Ты хорошая жена. И правильно, что мужа защищаешь. Но мы не на суде. И я не обвинитель. Просто прошу, передай, что я тебе сказал. Он не будет меня слушать. Мы развелись. Да?
А что это за птицы? Пересмешники. Фериде их очень любила. Я ей даже золотую брошь заказал в виде птицы. Она никогда с ней не расставалась. Без мужа с детьми тебе тяжело придется. И хорошо, что Аллах разлучил тебя с этим страшным человеком. Вы ошибаетесь насчет Кирилла. Когда вы меня отпустите? Меня дома дети ждут. Иди. Я тебя и не держу. Помощь понадобится, обращайся. И подумай все же о нашем разговоре. Азамат Закирович, зачем же вы ее отпустили? Она такая же жадная и упрямая, как ее муж. Надо было брать ее с детьми в заложники. Тогда бы Кирилл сделал все, что мы захотим. Я не хочу слышать больше таких разговоров от тебя, Ренат. Запомни, мы не бандиты и никогда так поступать не будем. Иди, готовь склад для нового товара. Мальвина раздавала билеты на кукольный спектакль, а папа Карло в новой бархатной куртке вертел шарманку и весело подмигивал публике. Вот и сказочки конец. Понравилось? Нет, это сказка для мелюзги. Папа бы меня на футбол повел. А я вас поведу дельфинов смотреть. Они живут в специальном бассейне и совсем ручные. Хочу к дельфинам. Ну, завтра и поедем. А теперь спать. Спокойной ночи. Просыпайтесь. Сони. Доброе утро, мама. Доброе утро. Берите хорошее. Не, ну не надо перебирать, а? Залапать, а потом по жаре по такой начнет гнить. Груша крупная, сочная, свежая. Не, ну если вы на базаре лучше найдете, то я свои бесплатно вам отдам. Берите. Нет, спасибо. Нет, ну ты видала? Видал, нос воротит, а? Ну? Груши ей мои не понравились. Тоже мне принцесса. Зажралась там в Москве на барских харчах. Ничего, пыль тут ее притрусит, и сухарику будет рада. Ага, не говори. А этот-то куда? Ой, побежал. Да нет, я говорю, яхта отличная. Гидравлика работает, конечно. Да я сам все проверял. Ну, нет, да не будет с парусом проблем. Да по-любому. Да, все счастливо. Вик, пойдем-ка в кадерне. Да я пиво не пью и некогда. Да ладно, пойдем хотя бы кофейку. Ну, Юлька будет рада. Пойдем, пошли, пошли. Хорошо. Welcome! Всем привет. Привет. О, какие люди, и без охраны. Юля, организуй нам кофе и пиво холодное. Сам организую, не видишь, занята. Ну, отвлекись. Муж пришел, удели внимание. Я правда ничего не буду. Я не буду кофе, спасибо, я побегу скоро. Ну, тогда просто пиво. Говорят, муженек тебя братанул. Но ты не парься, здесь все свои, и жизнь кипит.
каждый вечер дискотека. Мотнемся сегодня? Эй, Митяй, тормози. Сегодня здесь гуляем. У Юльки с день рождения. Точно. Ёлки-палки, забыла. Ой. Юль, с днем рождения тебя. Спасибо. Только у меня, наверное, не получится прийти, мне нужно детей укладывать. А бабка на что? Так у тебя вся жизнь молодая мимо пройдет. Короче, разбирайся со своими спиногрызами и сюда. Такую дискотеку забабахаем, оторвемся по полной. Да, Юль? Угу. Ничего обещать не буду. На всякий случай еще раз с днем рождения. Счастья тебе, Юль. Спасибо. Ну, я побегу, а то мои, наверное, заждались уже. Счастливо. Пока. Чего-то ты меня не спросясь, гостей приглашаешь. Ты что, ревнуешь, что ли? Да ладно, расслабься. Что было, то прошло. Я вон, за Митяя стараюсь. А, Митяй, не слабо закувыркаться с бывшей королевой Приморского, а? Да запросто. Вика тёлка фигуристая. Я завсегда согласный. О! Ну, с днем рождения! Вика, здравствуй. Ой, Ирина, здравствуйте. Какие тяжести сама таскаешь? Да, я привыкла. Привыкла. А рамы к зиме поменять нужно. Ну, или хотя бы утеплить. Краны там починить. Одна ведь не потянешь. Ну, я рабочих найму. Рабочих. Рабочие обдерут тебя, как липу, и сделают абы как. Тут хозяин нужен. Вик, ко мне завтра племянник приезжает. Шахтер. Зарплата приличная. Рукастый парень. И из себя ничего. Это вы к чему? К тому, что разведенный тоже. Так я его пришлю тебе, он починит, чего нужно. Ну, познакомитесь. Может, у вас чего и сладится. Спасибо, Ирена. Но я замуж пока не собираюсь. Соберешься, да поздно будет. Годы-то идут. Спасибо, Ирена. Петя, догони меня, не догонишь! Ой, куда это столько накупила-то? Тебе же экономить надо. Так я ж не себе, я ребятам. И потом на карточку от Кирилла перевод пришел, сумма приличная. А, ну это хорошо, что деньги шлет. А почему не звонит? Почему дитями не интересуется? Раньше бывало, вот от себя просто ни на шаг не отпускал. Даже вот ко мне, к морю, на фрукты. А сейчас вот прям забыл, как будто их и не было. Ай, они же ведь о нем спрашивают. Разве можно так над детьми издеваться? Ты вот, Петька, ты же не дослушал стишок. Ну хорошо, тебе в душу плюну. Но дети-то здесь при чем? Вот я позвоню ему, я ему все выскажу. Бабуль, только не звони. Почему? Ну. А, ну ты боишься унизиться. Ничего. У меня корона с головы не упадет. Или какая другая причина? А? А ну? А ну, говори. Все, я пошла. Ладно, звонить. Я скажу. Я скажу. Только ты никому ни слова, слышишь? Ну? Развод не настоящий. У Кирилла проблемы с бизнесом. Ему угрожали. Вот он и спрятал нас здесь, от греха подальше. Поэтому звонить ему опасно, пока все не уляжется. Ну а потом, когда все утрясется, мы вернемся к нему в Москву. Ну вот чё! Чуяла что-то неладное. Вот сердцем чуяла что-то неладное с этим разводом. Ой, ну что же он за человек такой, а? Ну паразит, ну просто паразит. Он же спасал нас. Какой? Он же вас сделал заложниками. Заложниками своих мутных дел. Ох, я старая дура, что ж я наделала? Господи, ведь надо было тебя тогда просто прям закрыть, запереть. И не выдавать за него замуж. Ну, тогда бы Петя с Олей не родились. Не любишь ты его. А он, между прочим, пока мы здесь в покое сидим, там жизнью своей рискует. Мне бы только поговорить с ним.
А вдруг нам уже возвращаться можно, а? Ну все. Да и вопрос тут один возник. Ой, бабуля, ну, все. Я ж с ума сойду, если хоть на секундочку голос его не услышу. Ну все, успокойся, успокойся. Я ужасно соскучилась. Подожди, мой ангел. Это тебе. Извини. Буквально одну секунду. Мне нужно поговорить, хорошо? Да. Кирилл, это я. Я же просил мне не звонить. Пожалуйста, я с автомата звоню, а не с мобильного, поэтому меня не засекут. Просто только времени прошло, а тебе никаких вестей. Я очень волнуюсь. И дети переживают, спрашивают про тебя. Когда ты нас заберешь, а? А, еще я... Я с Хулаевым тут разговаривала. Он как-то странно намекал, что ты мафиози какой-то, про какие-то поборы говорил. Я ничего не понимаю. Какого черта ты общалась? С этим старым интриганом. Держись от него подальше. Он меня всегда ненавидел. Хорошо. Я не звоню, потому что... Пока нет новостей. Вам еще рано возвращаться домой. Я делаю все возможное для этого. Ну, давай, я не могу сейчас говорить. У меня деловая встреча. Ладно, целую. Обнимаю. Пока. Вика? Вика! Эльвира Абдулаевна! Привет, дорогая! Здравствуйте! Слушай, 100 лет тебя не видела. Да. Вик, ну ты выглядишь потрясающе. Спасибо. Сразу виден столичный шик. Да. А мне вот некогда собой заняться. Вся в заботах. Да что вы прекрасно выглядите. Спасибо. Сейчас ищу спонсоров для драм-кружка. Слушай, а ты в Москве поди каждый вечер в театре. Да мне особо некогда по театрам расхаживать. А, ну да, у тебя же семья. И работаешь, наверное. Ну. Институт уже окончила, и деньги на учебу, наверное, кстати, пришлись. Какие деньги? Ну, за конкурс красоты. Я же для тебя их передала через Кирилла. А, да, конечно, спасибо. Ну, я побежала, мне пора. Слушай, ты как-нибудь заходи, поболтаем. Обязательно. Угу. Пока. Я так и знала. Я так и знала, что он на тебя отмахнется. На деловые встречи, значит, у него есть время, а на семью нету. Значит, не боится семью потерять. Попробуй, я не присластила. Нормально вроде. Врет он тебе, понимаешь? Врет. А ты веришь. И не приедет он за вами, и не надейся. И про эту опасность он наверняка напридумал, чтобы была возможность с тобой развестись. А сам, небось, гуляет напропалую. Ба, ну... Да, да, улыбайся. Ты послушай старую бабу свою, послушай. Бабуль, пожалуйста, я тебя очень люблю, но не позволю больше плохо говорить о моем муже. Да, Юль. Ну да, я приду. Ненадолго. Постараюсь не опаздывать. Давай, до встречи. У Юли день рождения. Я забегу ненадолго. Поздравлю. Там же Данила будет. Зачем гусей дразнить? Да все уже в прошлом давно. Я потом откажусь. Юлька точно подумает, что я за Данилу. Решит все, что я к нему неравнодушна. Так что я быстро туда, обратно, хорошо? Очень мне нравится рулетики из рыбы.
Ты классная. Стопудово. Я тебя помнил. А ты меня помнила? Не дыши на меня, пожалуйста. Да ладно, что ты, не копенься. Мы же свои с детства еще. Митяй, ну, я прошу тебя. Да что ты, успокойся, ну. Митяй, не надо. Слышь, Митяй, может, тебя в море окунуть, освежишься? Не. Что-то тебя припекло, Митяй. Данила, а ты мне еще тост не сказал. Юль, ну отстань, не умею я тост. Скажи, как ты сильно меня любишь. При всех. Ну, пожалуйста, Данил, все-таки такой день. Данил, давай тост, ну поздравим. Пацаны, о, тихо, Даня, давай. За тебя, Юлек. С днем рождения. С днем рождения. Днем рождения. Ура. Молодец, Даня, молодец, да. О, медляк. Потанцуем? Ой, а пойдемте потанцуем. Ладно, Вик. Митяй, не надо. Ладно. Не надо. Слышь, руки убери. Да что я первый пригласил? Отдыхай. Пойдем. Любить тебя не перестану я. Ты мой любимый. Уж не знал, как отделаться от него. Просто будь со мной, никто к тебе больше на шаг не подойдет. Ну, прошу тебя, не начинай, Дань. Я сейчас большие деньги зашиваю, буду еще больше. Больше, чем твой московский муженек. Тебе обеспечу, детей обеспечу. Мне ничего не нужно от тебя, Дань. Да ладно, ты не ломайся. Я тебе все, что хочешь, сделаю. Данила! Пойдем. Номер в гостинице снимем, люкс. Цветы, шампанское, все, что хочешь, но перестань. Ах ты дрянь! Неудобно, Даня! Твоего мужа упустила, по чужим пошла! Тихо! Да не трогай меня, кобель, скотина! Все, успокойся, сказал! Успокойся! Вика! Открывай! Вика! Это я, Даня! Ну, Вик! Ну, нормально же все было! Че ты ушла? Вика! Открывай! Вика, открывай! Открывай! Ну, че ты, Вик? Открывай, сказал, дверь! Я тебя сейчас вынесу! Уходи, ночь на дворе! Ну, смотри, сама напросилась! Ты что делаешь? Дети ну, спят. Видишь, за тебя убирайся дверь пришлось сломать. Убирайся, да не трогай ты меня! Что? Перестань, ну что ты? Ты что творишь, бандит? Да, ты что делаешь? Меня. Танцкую отстань, отстань, отойди! Отвали ты, пошел бак. Вон отсюда, убирайся! Пошел, подонок! Все, подонок! Убирайся отсюда! Петя! 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 Ты что творишь? Ай, сука! Пошел вон отсюда! Ну ничего, сама потом приползешь. Ой, дура. Я ж тебе говорила. Я ж тебе говорила, не дразни Данилу. Вон оно, что вышло. Мама, то дядя больше не придет. Не придет. Спи, мое солнышко, спи. Был бы папа, он бы нас защитил. Ты сам нас защитил. Смотри, какой защитник вырос. А папа скоро появится. Ты давно так говоришь, а папа все не едет. Ну все, все, хватит. Хватит разговаривать. Ну-ка спать. Давайте все, спокойной ночи. Спокойной спите, ночи. Спите. Спокойной ночи. Пойду валерьяночки приму. Что-то сердце у меня нынче. Мам, свет не выключай. Хорошо.